Не захотели выдавать полис ОСАГО без дополнительных услуг, заплатите штраф. В Оренбурге впервые вынесено решение в отношении сотрудника страховой компании. Клиенту, который пришел страховать свой автомобиль, отказали, так как он не стал соглашаться на дополнительные услуги. Страховать жизнь или имущество. Одному из автовладельцев в филиале Росгосстраха было отказано в заключении договора автогражданской ответственности. Ему предложили в качестве дополнительной услуги договор страхования имущества либо здоровья, на что он отказался, и ему, соответственно, было отказано вообще в предоставлении каких-либо страховых услуг. Вчера в Оренбургском отделении Центробанка было рассмотрено данное дело, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности указанного начальника, и ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Летом в связи со скандалами со страховыми компаниями были приняты поправки в административный кодекс. Возбуждать производство может Центробанк, но пока не определились, кто именно из должностных лиц это будет делать. Порядок наводит прокуратура. Ольга Аникеева отметила, сейчас в производстве находится еще несколько подобных дел. В ряде регионов страны, в частности в Самарской области, в Волговятском районе, за необоснованный отказ страховать уже оштрафованы сотрудники страховых компаний. При этом в прокуратуре добавляют их не так много, потому что доказать отказ в страховании автомобилей достаточно сложно.